целях реализации мероприятий федерального закона 30 декабря 2020 года номер 518 представители управления Росреестра, Кадастровой палаты, Федеральной налоговой службы и Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Республики Адыгея провели выездное совещание в районной администрации. Встреча прошла под председательством первого заместителя главы района Руслана Ямыкова. Вместе с представителями органов местного самоуправления Кашхабльского и Шавгеновского районов гости проработали имеющиеся проблемы по анализу и обработке ранее учтенных объектов недвижимого имущества, право на которые не зарегистрировано в единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, представители структурных подразделений ответили на вопросы, касающиеся процедуры постановки на учет ранее учтенных объектов недвижимости, а также обозначили перечень органов, в которые могут быть направлены запросы. В процесс выявления неучтенных объектов недвижимости вовлечен широкий круг государственных органов, поэтому подобные мероприятия необходимы для выявления препятствий и принятия мер по их устранению.